Брат против брата идет. Это вообще что мы сделали непоганого, ёбного? Да и близко блокпостов, да. Никого нет. Нету блокпост, заправки, кого ты звонишь? Украинская армия, да. Смотрите, что наделала. Что вы? Да, трое мы были в квартире. Втроем. Я, жена и внучка. Внучку сейчас должны в Донецк везти. Пострадала. Сотрясение, контузия там. Швы наложили здесь. Еле спаслись. У бабы ранена нога. Ранила осколком. Когда дойдет достоверная информация, да, до Порошенко? Когда она дойдет? Все когда их скрывают, скрывают. На это правительство не надеемся. А на то правительство, ну, мы не знаем еще, откуда мы знаем, кто пришел. Не могу ничего сказать, нам все равно мир нужен. Я думаю, если бы мы нужны были этому правительству, пусть приедут на точки, посмотрят. Они живут и радуются жизни. Порошенко с большой радостью сказал, что у него родился внук. Мы все за него радовались. Так пусть приедет, посмотрит, как он, люди рыдают за то, что внучка в тяжелом состоянии увезли в Донецк. Вот это пусть приедет, посмотрит. Он же не смотрит это. Ему это вообще не надо. Рассказывают, что это свои бомбят. Какие свои? А в Донецк...